вы у нас как человек в возрасте должны только переходить по пешеходному переходу. 82 года. Первые минуты рейда, и уже есть нарушитель. Пенсионер перешел дорогу в неположенном месте, но делался предупреждением и памяткой, где прописаны основные правила перехода. И только собрались выдохнуть, как вдалеке показалась женщина, которая тоже решила правила нарушить. Видимо, до пешеходного перехода идти далековато. Ставь нам полицейский. Вот пешеходный переход у нас. Вот пешеходный переход. Переходить не в положенном месте запрещено. Мы вас на первый раз предупреждаем. Хорошо. Даем вот такие памятки. Пока обходятся небольшими памятками. Мероприятие «Пешеход» профилактическое. Цель его – напомнить рязанцам, как и где правильно переходить дорогу. Потому что только за два месяца 2021 года произошло 40 ДТП с участием пешеходов. При этом 37 человек получили травмы, а четверо погибли. В правилах дорожного движения указаны требования для пешеходов. Они должны оценить правильно скорость до приближающегося автомобиля, расстояние и предпринять все действия, чтобы переход был безопасным. Капюшон или шарф могут помешать обзору. Да и перед переходом лучше убрать из рук гаджеты и трезво оценить обстановку. А переходить дорогу нужно и вовсе по пешеходному переходу. И тогда удастся избежать и ДТП, и не получить предупреждения от сотрудника госавтоинспекции. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».